Добрый день, дорогие друзья! С вами Торнадо. На дворе новый патч, XVM сломан, ночная сборка встала более-менее нормально на клиент, но возможность тыкать по миникарте пропадает практически сразу. Нахуя она вообще нужна, на нее все равно никто не смотрит. А окно после боевых достижений работает так, как в дефолтном клиенте. Поэтому сегодня мы посмотрим один из последних боев предыдущего патча на Panhard EBR-105. Заряжается фугас для встречи с вражеским ебром в центре на шикарной, в кавычках, карте Студзянки. Ну, не могу, я катаюсь на ебре просто потому, что это весело, прикольно. Отметку я на нем слил, потому что рандом ебанутый. Я об этом в одном из предыдущих видосов уже говорил, вот справа сверху подсказка. А ебанутый он уже потому, что вражеский ебар как бы не поехал на центр, и непонятно где он. А меня при этом снайперят два вражеских СТ, причем один из них, который бат, просто не заряжен на момент выстрела по мне. Я решаю вернуться все-таки, осветившись, на центр и занять аккуратненько вот этот вот куст. И конкерера при этом, внимание, свечу не я. Засвет по нему я делю с кем-то. И умирает союзная ФВ-215-183. Просто прекрасно. Танкую стволом фугас ебра, который внезапно нарисовался в соседних кустах. Он также танкует мой фугас. И начало боя, в принципе, охеренное. И при этом, напомню, у меня активирована задача ЛТ-15 ЛБЗ на объект 260. Для отличия нужно еще, чтобы союзники 5 фрагов по моему засвету сделали. Первые 8000 суммарки я начал набирать с хорошего подсвета по Проджетто. Почти 1400 ему прилетело. Я решаю поехать опять налево к мостику, отсветиться и вернуться все-таки назад, потому что здесь я осознал, что союзники все тоже дрочат на пригорке, и никто на HJK линию не поехал. Соответственно, я понимаю, что скоро на мою жопу будет готовиться нападение. СТБ уже потихонечку проезжает центр, поэтому я решил прокатиться в правую часть, например, на линию ДФ, отсветиться и выехать все-таки нагло на неожиданностях как-то в сторону своего респауна. СТБ мне быстро объясняет, что я немножко преувеличил свои возможности, но ему также практически все лицо отломали. К сожалению, ассиста капнуло немного, потому что светил его не только я, скорее его вся вот эта вот полка светила. И здесь я понимаю, что по ХП мы как бы хоть и ведем на 2000, но тактически нас уже потихоньку зажимают. Я пытаюсь прочекать Ягу, чтобы она на меня не смотрела. Раздумываю над тем, чтобы уехать как-то вправо к 140-му, которого уже пиздят. СТБ тоже уже получает от артиллерии. И здесь просто накрыла меня немножко непонятка. Немножко делю засвет по 2684 и ставлю его на каток. В принципе, это было оправдано, потому что ремку он уже свою просрал. И ему союзники быстро объясняют, что он немножко переоценил свою псевдоимбовую броню. И, наконец, союзный Е4 ему объясняет, что больше ты здесь не поиграешь. СТБ от артиллерии все-таки пиздюлей наполучал, уехал в ангар. Смотрю как бы на прогресс ЛБЗ, ну как-то не очень для текущей тактической ситуации. Моя чувство 40-му, что как бы надо что-то делать, хотя он там в центре тоже неплохо справляется. Разбирает новую китайскую имбу, которая просто успела уже всех заебать. И сам при этом получает люлей. Я понимаю, что здесь один наглосракий леопард, который в принципе играет как-то, ну как мы видим, и по ушам, и по цифрам над маркером. Ну, так себе, если честно, не очень. А 140-ка как бы я не могу прочекать, потому что статка у него скрыта. И понимаю, что надеяться здесь опять придется только на себя. Артиллерия начинает разряжаться, бат зарядил новый барабан, 140 наказывает воздух, я же как-то тоже хочу выстрелить, вылезти, но, если честно, немножко боязно. Здесь происходит уже обмен пиздюлями, я решаю все-таки высунуться, присунуть ему в лоб башню, и здесь скоро должна уже как бы третья плюха от арты полететь. Арта, оказывается, стреляет фугасами на урон, а не на сплэш и на оглушку. Пытаюсь выцелить Ягу, понять, смотрит она на меня или нет, но вижу ее борт, причем сдавала она кормой, и понимаю, что в принципе здесь я некоторое время еще в безопасности. Арта сюда не стреляет, потому что на КД, а Яга просто меня не видит.
Я пытаюсь как-то от куста отсветить лёпу, сдать назад, чтобы меня не засветили, но, к сожалению, кусты у нас впритык настолько нагло не работают. Арта мне потихонечку ассистит, уже 3700 ассиста у меня есть, 800 урона есть. И тут я понял, что надо просто потихоньку в него упарываться. И на автоприцеле леопард уходит в ангар. Высвечиваю ФВ-4005, которая, конечно же, дрочит под красной линией. И ей быстро объясняют, что твой скворечник как бы не годится ни для чего после первого же засвета. Вижу красивый фугас от артиллерии и, соответственно, ФВ уходит в ангар. На центре остается конкерер, который на меня просто не смотрит. Я решаю перезарядиться и свестись ему в затылок. При этом по нему успевает еще от союзника прилететь, но засвет, опять же, не мой. Яга на меня, опять же, внимания не обращает, а это, в принципе, то, что ебру и надо. Причем Ягу, кстати, свечу я. Уже неплохо, 5600 на 1314. Нужно еще два фрага, чтобы союзники сделали, а вот с этим, кстати, беда, потому что когда это нужно, они светят сами себе и красиво убивают всю вражескую команду. А ты хоть усветись, ассиста нормального ты не получишь. Я понимаю, что пришло время искать артиллерию, хотя у них еще не светился Удес, который СТ. Яга не может на меня здесь никак развернуться, ну и я, в принципе, еду по красной линии нюхать кусты, потому что арта может стоять, ну, только там и нигде более. На отличное выполнение я на тот момент уже забил, как бы тут бы выполнить основное требование, а вот и артобат. Но фугас заходит примерно куда-то в район пушки, и я понимаю, что, а может, это и есть тот шанс, потому что появляется в засвете Удес, который всю катку продрочил в ямке. И я понимаю, что мне надо просто его светить, как-то пытаться по нему ассистить. Арта по нему пробрасывает, ассист не мой. Я решаю с уроном его загуслить, но эта сука, конечно же, чинится. При этом убивают артобата, и кусочек засвета от Удеса я ворую. Отличное выполнение ЛБЗ ЛТ-15. Просто повезло. И, соответственно, первая степень на мастера, конечно, не хватило, хоть и 8500 суммарки. 1122 опыта — это топ-1. Вот такой вот бой у нас получился. Большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось то, что вы видели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и держите руку на пульсе. С вами был Торнадо, берегите себя, до встречи на полях сражений.